На вашей матери висит кредит, оплатить ей нечем. У нее могут забрать землю. Большой банк. Слишком большой, сказала девка в койке. В пятницу ее лишат права собственности. Так что любой ценой принесите деньги в банк в четверг, и тогда можете быть свободны. Братишка, пора добыть деньги. С добрым утречком! Открываем ящики! Ствол при себе есть, старик? Разумеется, у меня при себе есть ствол. Пистолет у меня тоже украдете? Мы не у тебя крадем, а у банка. Слыхал про грабителей банков? Похоже, это твой последний шанс поразвлечься перед выходом на пенсию. Да, на эту охоту меня еще хватит. Давно мать слегла. 3 месяца. Все из-за банка. Всем живо на пол! И давно вы здесь сидите? Достаточно, чтобы видеть, как грабят банк, который грабил меня 30 лет. И как ты целый год на воле продержался? С большим трудом. Не вставать! Эти парни точно знают, что делают. Я бы сказал, они пытаются добыть определенную сумму. Эй, Тоби! Валим, валим! Тоби, ты поступаешь правильно. Мы это сделаем. Я с тобой, брат. От сценариста-убийцы. Хочешь, дам совет? Забудь о мальчишках и матери. Не умничай, тебе это все равно с рук не сойдет. Я с самого начала знал, что затея гиблая. Тогда почему согласился? Потому что меня попросил брат. Этим летом. Сдается мне, раскусил я этих ребят. Справедливость не преступление. У него нет приводов, ни одного ареста не подходит он, Маркус. Тебе много всего наговорят про нас с твоим дядькой. Пусть говорят, я не поверю. Нет уж, поверь. Это все правда. Я люблю тебя, Тоби. Серьезно. И я тебя. Хочешь, чтобы нас грохнули, да? Джефф Бриджес, Крис Пайн, Бен Фостер. Любой ценой. Смотрите в августе.